О спорте. Боксер Муслим Гаджимагомедов возглавил рейтинг Международной ассоциации любительского бокса на весовой категории до 91 килограмма. Дагестанец набрал 1900 очков и с большим отрывом расположился на первой строчке рейтинга. На втором месте эквадорец Хулио Сезар Кастильо Торрес, у него 1300 очков. Замыкает первую тройку кубинец Ирисленди Савон Катиле. Муслим Гаджимагомедов, воспитанник Махачкалинской академии бокса при школе высшего спортивного мастерства имени Али Алиева. Прошедший год стал для дагестанского боксера наилучшим в спортивной карьере. Он выиграл Евроигры и чемпионат мира.